Доброго времени суток, дорогой друг! Приглашаю тебя на канал Футбол ТВ, который посвящен играм серии PS и FIFA, лиги и кубки разных стран, Лига Чемпионов, Лига Европы, матчи сборных. Подписывайся и наслаждайся просмотром. Ссылка в аннотации и в описании под видео. Рано, значит, с неровными краями, закругленными концами, длиной 7,5 сантиметров. Попытались скрыть следы. Уголовный розыск. Могу я посмотреть записи? Похоже на ограбление, но вроде бы все ценные вещи на месте. Значит, у нее есть старшая сестра. Мы в последнее время отдалились друг от друга. Она мне ничего не рассказывала. Как мне дальше жить? Основано на реальных событиях. Человека убили. Надо угадать, кто из этих троих убийца. Первый ничего не помнит. Второй признается. Третий говорит, что не он. И нужно вычислить, что было на самом деле. У меня к тебе много вопросов. Вечно на свою беду будет мучиться в аду. Кто это? Надо найти этого человека. Мне надо в Салден. Далеко тебя занесло. Я верю в эту мистику. Пока золото не очистишь, оно считается грязным. Энергетика у него тяжелая. Узнаешь этого кекса? По делу у нас проходит. Все его ищут. Фильм Костаса Марсана. Ну, знаешь ли, всяких хищников хватает. Кажется, он здесь. Приезжайте ко мне срочно. За мной кто-то гонится. Я прошу вас. К вечеру преступление нужно раскрыть. Если нужно, перейдем на казарменное положение. Нет! Ты убил! Стоять! Мой убийца. Жизнь в сиянии бриллиантов.